Ох, как давно я не снимал. Полгода где-то. Даже соскучился. На пиво зазывают у холодильника. Ты все, молодцы. Обгоняют на пенсию. Вау, вот это да. Наконец-то, всегда ждал этого момента. Подхожу к нему, говорю, ничего не путаю. Он говорит, ничего не путаешь. Получать стартовый пакет первому своему старту в этом сезоне. Схема стандартная. А я еще на сына забираю стартовый пакет. Надо получить футболку. Угу, спасибо. Футболка получена, теперь вот эта вот очередь на получение детских забегов. Это за детскими слотами очередь, да? Да. И... Родители больше всего желают, чтобы бегали их дети. Да, там вообще нет ни очереди. Первые слоты уходят ко все. Да. Пытаются реализовать на них то, что самих не получается. Стартовые пакеты забрал себе и сыну. Сейчас встретил блогера одного. Может, знаете вот такого. Всем здорово, с вами Фрост. Всем привет, с вами Фрост. Всем привет, с вами Фрост. Оказывается, нижегородский. Я не был подписан, но его ролики часто мне попадаются. Я нашел канал, подхожу к нему, говорю, ничего не путаю. Он говорит, ничего не путаешь. И смотришь, так, ну, не подписан. Он говорит, ну, жми, жми. Вот. Ну, чуть пообщались. Короче, подписался на него. Нижегородский блогер, почти 10 миллионов подписчиков. Говорит, у него беговой контент не очень заходит. Я ему показал свой канал, говорит, ну, у тебя зато целевая аудитория сразу. И я говорю, ну, да. В общем, все, стартовый пакет забрал. На паста-пати я не успел, потому что уже время почти 8, она закрывается. Сказали, приходи завтра, либо в субботу. Но здесь с 12. А до 12 я здесь вряд ли в субботу протусуюсь. Но будет детский старт в субботу. То есть я приеду с сыном. У них старт в 10:45 и 500 метров всего. Вряд ли он будет полтора часа бежать. А тусоваться потом тоже не знаю. Надо потом по делам ехать. Поэтому, походу, я без пасты пати. Пасту придется дома жевать. Старт воскресенье. Сегодня четверг. Сегодня бегать больше не буду, наверное. Не больше не буду. В смысле, сегодня не буду бегать. Завтра еще, наверное, пробегусь в пятницу. И дальше уже только сам старт. Ну что, ты готов? Забегу. Готов? Да. Заряжен? Да. Всех побегишь? Да. Да, пять. Спортсмен. Да. Все, вон туда иди. Ну-ка, вау, вот это да, молодец, опять, я видел, как ты бежишь. Девчонки, останавливаемся здесь. Я тобой горжусь.
столько людей и все молчат. В Питере бегал когда? В Москве тоже, да. Там прям, ну, они прям орут, да. С плакатами. А эти-то просто на переходе стоят, наверное, в велосипеде. Они, наверное, вообще тебя ненавидят все тихонечко. Сколько можно. Да, сейчас там еще раз проклятие живет. Давай, увидимся. Хорошо, что она заканчивается. Молодцы! Давай, давай! Давай, давай, давай! Сегодня не быстрого темпа, я тоже выбираю поесть и попить. Правильно. Мне нужно было попить, поесть в другой руке. Вот так вот, а то ты все. Наконец-то. От первого лица, теперь от третьего. Наконец-то, всегда ждал этого момента. Только, вот, да, вот, апельсин, вода, все, все по кайфу. Я успел попробовать апельсины. Вкусные. Здорово, спасибо, спасибо, приятно. Да. Все, 7700. Подъемов больше не будет. Таких крутых. В целом. Поравнение дальше. Фух. Не знаю, выдержу ли я весь этот темп такой. До конца. По 4.30 сейчас. Да, нас воды хватило. Давай, давай! Где вода? А, хорошо. Чуть меньше 7 километров. Хорошо. На пиво зазывают, тут холодненькое. Спасибо. Больше 15 километров уже позади. Осталось 6. Да. Ух ты! Молодцы, 5 километров осталось. Ну, вид, конечно, шикарный. Приходится терпеть. Обалдеть, я мимо догнал. Вон он. Здорово, красавчиком. Вот, обгоняю на финиш. Обогнал меня. Финиш. Хотел подолжить. Золото.
золотая медалька. Вот медальки такие вот. Они еще крутятся. И золотые. Такое ощущение, как будто мы это, знаешь, обзорщики идет, обзор на медаль. Нам еще обсуждения не хватает километража не только на ремешке, но на это, а еще и на самой медали было бы. И, допустим, гравировки времени прохождения дистанции. Но это отдельно, это можно сделать. Ну, я имею в виду, чтобы это было в базовом комплекте, так сказать. Андрея? Че, как впечатление? Чему готовился? Как получилось? Ну, короче, ситуация такая, что я готовлюсь сейчас ко второму сезону триатлона. Это мой не основной старт сейчас был 20 километров на Беге Героя. Такой проходной, так скажем. Но хотелось бы, как всегда, улучшиться. В прошлом году я пробежал час 38:40, что ли, что-то такое, там, 20:20. Вот. И это было для меня прям вау, классный результат. Бежал стыкол, классно. В этом году я не знаю, что случилось. Вроде так же готовлюсь, бегаю, вроде все классно, все хорошо, но, так сказать, показал то, что показал, сейчас 45-48, да, 49, ну, не суть. В общем, хуже, чем хотел, бежалось тяжело, все болело, плюс накануне, там, за месяц получил небольшую травму, там, связки, условно, так скажем, там, витиеватое название. А по-простому называется колено бегуна. Ну и, соответственно, бежал, страдал, мучился. Страдал. Ну, у меня относительно предыдущего, там, например, Беги-Герой, конечно, лучший результат. То есть сейчас тоже, сейчас 45, мы вообще есть еще... увидите, наверное. Да, мы вместе пробежали. Да, то есть мы стартанули вместе, но на самой трассе мы разминулись, и минимум бежал вперед. А сам финиш все равно прибежали вместе. Прям, догнал. Да, я слишком оптимистично начал. Надо было просто вместе все бежать. Возможно, даже мы быстрее побежали бы, ну, типа, подпинули друг друга чуть-чуть. Вот, я замечал, когда я один, ну, да, один бежал. То есть у меня было ощущение, как будто это сколько. Ну, да. Когда тут... кого-то я догонял с кем-то, ну, равнялся и с кем-то там словами перекидывался, оно как-то полегче идет. Ты потом смотришь на часы, опа, километр прошел, немножко на себе. А когда один, ты еще и на эти часы смотришь, тоже, с одной стороны, вроде типа. Прикольная фишка, но отвлекает, когда ты каждые 100 метров смотришь и думаешь, да ё-моё, сколько еще осталось. Ну, а сам, когда начинаешь страдать, то типа уже тяжело, и ты вот такой, так, ну все, так еще 5 километров, все, потерпим. Оля, еще 400 километра, так, потерпим. Еще там 4, да, 1 километр, да, потерпим, да, может быть, ну, когда уже все закончится. Да. Вот. У меня такая штука, кстати, началась, наверное, где-то на 12-м, может, 13-м километре, то есть я уже сильно устал. Я понимаю, что я держать целевой темп не могу, ну, который хотел заранее. То есть мне приходится забавлять. У меня психологически начинается психологическая травма, что типа, блин, как так, я не могу сделать то, что хочу. Организм не дает, ноги тяжелые, дыхание дышать не могу нормально. Начинают возникать такие мысли, как вот на марафоне у меня были, типа, давай, надо сойти. И вот начинается, я называю, игры разума. Начинаешь сам себя уговаривать. Что надо это делать, что как, ты хочу слабак, что-то, типа, ну, могу пробежать эту дистанцию, что, ну, окей, я лучше сбавлю там на 5-10 секунд, ну, в темпе, но он как бы дойдет до конца, чем я сойду и потом пешком бить. Короче, такая, то есть минут там 40-45 я боролся с собой и говорил себе, там, что-то наускивал. Еще очень сильно помогали люди, которые бежали, например, там, со мной же, просто там кто-то быстрее, кто-то медленнее, и кричали, типа, давай, там. У меня такое непростое имя, там, Эльмин, да, то есть это явно они знали меня, все кричали. Вот. И, ну, это помогало дойти до конца. Хотя я хотел бы быть, ну, одним из первых из них, оказалось, нет. И там кто-то быстрее меня бежал, там, по час 30, по час, там, 40, там. Поэтому... Прикольная штука. Прикольно, да. Ну, вообще, когда быстро бежишь и на какой-то, ну, околопредельной скорости, всегда, наверное, больше сталкиваться с этими играми разума, как ты говоришь. То есть, вот, борьба с собой, типа, а стоит ли вообще добежать или сойти, или помедленнее. Ну, короче, я думаю, что это многим знакомо. Кто-то даже на пятерке. Да. Хотя на пятерку можно тоже выложиться так, что это... Ну, конечно, мне кажется, просто, опять же, видишь, вот если брать меня, я же просто в чем, я был не готов почему-то, я не знаю почему, ну, вот именно сегодня я был не готов бежать в том темпе, который я выбрал.
если я начал бы мир с тобой, чтобы мы вместе уже по 5 минут все время, я не рвал бы там по 100, по 440, почти 30, возможно бы и время было бы такое же, скорее всего, но ощущение и состояние в целом было бы проще. Да. То есть я бы вот этих вот как бы скачков, каких-то ускорений бы не делал, делал бы ровным фоном. А возможно, мы бы там и вместе бы добавили после того, 15 километров начали бы копить, а может какие-то силы появились бы. Я не знаю, в общем, такая история непонятная. Кстати, очень много людей подходило к Сереге, узнавали его блог, поэтому подписывайтесь обязательно на канал. Не смотрите просто так. Ставьте лайк, подписывайтесь. Дело говорит. Да, дело говорит. А еще с нами сфоткались, то есть мои шумужи все уходили со стадиона, и надо со спиня и девушка говорит, типа, смотрю блог. И потом она такая, давайте сфоткаемся, и, короче, мы с ней. Да, эта девушка, найдете Сергея, подписывайтесь и еще скиньте фотографии. Еще отметьте его и меня там, в общем. А, да, фотографии, да. Да, да, по-другому она где-то в Инстаграме будет укладывать, надо отмечать всех. Так что все, продолжаем готовиться, сезон начинается, видео будут появляться, я думаю. Почаще? Да. Приходите, подписывайтесь и будет вам бег. Да, все, всем пока.